И снова здравствуйте. Короче, все, я прощелкал это самое. Не нажал опять кнопочку на видео, но задублируем. Вот, короче, рассказываем о том, что вот эту свиноферму сейчас будем убирать. Леню и Слойку сейчас выпустим, пока вставим на прогулку. Тут сгнило дно, у них были такие металлические под слоем песка, были железные листы. И они вон прописали, прокакали и сделали подкоп на улицу вон. На место, говорю, нельзя вылазить. Вон дыру прокопали. Кирпичами девчата закидали. Сейчас, короче, выпустим собачек и будем здесь генералить и капиталить, да? Да. Что, выпускаем? Давайте, забирайте хищников. Леня, иди сюда. Ой, ну-ка, тихо. О, какой Леня тяжелый. Гляньте, какие они высокие. Понимаете? Такие высокие, что прям не влазят в кадр. О, давай. Мордатики, давайте гулять. Леня, скорее. Вон они, побежали. Вот здесь Слойка. Толпа, куча мала. Вот, еще двух собачек запустили сюда. Сейчас Бумочки нападут на него. На Леню. Главное, чтобы не медведь напал. Да, медведь. Хач. Скажи, я вообще не участвую во всех этих делюгах. Пусть сами там бегают, как хотят. Вот так. Я лучше потрусь об тебя. У нас идет расчистка пока. Кто-то поднакидал сюда столько, что теперь только я могу расковырять. Ага. Тут силы столько нужны. Богатырские. Смешно. Это вообще-то комплимент вам. Фух. Комплимент мне — это порция пельменей. А, ну хорошо. Комплимент от повара. Да. Тут дна нет. Снимаешь и послойно. И там все равно еще и черное. Да. Ну вот это все зимой заморозилось. Наверное, хватит, неси, говорят, тяжело тебе будет. Я следующее подставлю ведерце. Так, а вы что? Вы следующий на очереди на ремонт своего жилища. А нам еще туда придется натаскивать слой. Ну, да. Тут, чтобы, короче, выровнять, да? Ну, видишь, получается, что это... ниже уголка уже сантиметров на 10. Ну там чуть меньше, здесь больше. Короче, либо будет ниже уровень, но если не намного ниже будет, то в принципе не страшно, они не смогут пролезть. Главное, чтобы они под, ну, между полом и уголком пролезли. Ну да. Работа кипит. Вот так. Ой, какой звук. Ой, я не могу, у меня мурашки по всему телу. Александр говорит, надо почистить, терпите. Чтоб крышка встала на место. Почистить, помыть, оттуда тоже все вымести. Конечно. И потом еще побрызгать ультрадоном. Свинарник этот. Ужас, какие собаки бестолковые. Берите, друзья. Классные вообще. Супер собачки. Просто вот. Вы же знаете, что не бывает глупеньких собачек. Все умненькие. Лучшая реклама. О! Отлично. Достался кусок прогнившего железа. Металлом. Угу. О, песочек. Кирпичик. Как это возможно, я не пойму. Что тут происходило? Что они тут делали? Они тут просто жили. Девчата, собачата, что-то тут творили. Невероятное что-то. Ой, кирпичи там еще находятся.
Что они все позакапывали? Что за... Атлантиду откопаем сейчас. Только не ту, которая в море утонула. А какую? А ту, которая в какашках и в писюшках. Ага. Утонула. Галя моет крышку от будки. Чистим, чистим, труба чисто. Чисто, чисто. Че, опять кирпичик? Да. Блин, вот я не понимаю, почему вы не можете надеть перчатки? Я вам даже их не принесла. Не будете надевать? Не хочет. Вот уже что-то красивое вырисовывается. Ты меня снимаешь, да, и такая, что-то красивое вырисовывается. Труд тебе делает из обезьяны человека. Красивым. Красивым, Галя говорит, делает человека. Минимальная ширина вот здесь у нас такая 120. Это минимум 120. Длина вот так нам нужна 108-107. Короче, я понял. Труд не делает человека красивым. Труд делает человека потным и вонючим. Тут куча помощников. Слоечная, все для тебя. И Ленька. Парус. Нахрена мне этот парус? Да, на место. Красиво уже. А будет еще красивее. Так. Тут уже очень хорошо. Чтобы железо не грелось, там песочек, соломку сверху и все. И уклон сейчас сюда, если что, уже в крайнем случае вот здесь прокопаем. Угу. Чтоб там, ну, канавка была, куда стекала бы. Да. Вот. Тупые саморезы вообще капец. Да поэтому так долго, потому что они тупые. Ужасно. Ну это ж та пачка еще, которая... У меня просто хорошие закончились, когда я Бегусину будку собирал. И другие я так и не купил. Ну те хорошие были, да. А эти пачка почти целая, но они конченые. Ну что делать? Можно мыть. Мы думаем сначала помыть, а потом, чтобы высохло, и потом засыпать песок. Сейчас начнется следующий этап. Моем, моем. Красоту такую. А знаешь что, Галь? Мне кажется, надо было вначале вот это вот. Посмотри, что там внутри. Ой, красоту Галина наводит. Я сейчас к ней присоединюсь. А вот такая красота у нас получилась. Обновили вольер. Сейчас Степка со Слойкой еще побегают чуть-чуть с собачками и будем их запускать. Слойка и Ленька в своем обновленном жилище. О, Ленька воду хлебает. Запалился, да, набегался сегодня. Целый день мотался. Мама Найда, пришли твои детки, да. Ты не можешь стоять, тебя надо... Это первые чесалки в жизни. Ого. Это нереально. Она не может стоять спокойно. С любого нельзя. Бегемоте слышу только нельзя. Друзья, не забывайте подписываться. Пишите комментарии, ставьте лайки. Выбирайте себе друга из наших подопечных. И быть добру!